Производственники на страже экологии. Компания «Харампур Нефтегаз» присоединилась к участию во всероссийской акции «Вода России», которая организована в рамках нацпроекта «Экология». «Харампур Нефтегаз» всегда принимает участие, только за. Мы рады, что нас приглашают. Коллектив у нас дружный, слаженный. Данные мероприятия сплочают, дают возможность нам не только в такую прекрасную летнюю погоду сидеть в офисе, но и прогуляться с пользой. Представители компании «Харампур Нефтегаз» убирали территорию вдоль левого берега реки Пякупур, главной водной артерии города. Это, я считаю, очень важным. Более того, скажу, что нетерпим к мусору, когда приезжаю на природу куда-нибудь отдохнуть и имею с собой такую привычку как бы взять пакет, все, что собрать. Пякупур богат рыбой, именно поэтому привлекает губкинцев. Здесь люди отдыхают, ловят рыбу, ходят на лодках и катерах. Я увлечен рыбалкой и приятно, когда берега чистые, рыбачишь, мусора нету. И не только в черте города, выезжаем и на лодке, на моторной. Тоже, где место стоянки, стараемся за собой убрать и попутно мусор, кто до нас намусорил. «Харампур Нефтегаз» – социально ответственное предприятие, и сохранение экологии является для общества одним из главных приоритетов. К уборке они подошли с полной ответственностью. Два мешка дорожных мусорных собрал, но это еще не все. Надеюсь, еще три сегодня. Вы хотите на рекорд пойти? Да нет, тут коллеги, смотрю, уже соревнования устроили, собирают. Да, находят даже то, что спрятано вокруг. Мы действительно всегда относимся к такого рода событиям ответственно, да, и осознанно, более того, призываем всех жителей города не оставлять мусор, все-таки убирать за собой. Это элементарные вещи, которые, ну, необходимо все-таки поддерживать. И вот ту чистоту, которая нас должна окружать, она нас только радует и приносит нам счастье. Работники компании «Харампур Нефтегаз» вносят посильный вклад в сохранение экологии в регионе. Ведь бережное отношение к самобытной красоте Ямала – это забота не только государства, но и каждого предприятия и каждого северянина. Марина Ефремова, Олег Короткевич, новости Губкинского.